Город Артур. Легендарный Камелот. Город, где правил закон, а за круглым столом собрались лучшие рыцари со всего света, стал воплощением представлений о царстве равенства и справедливости на земле. Это был новый образ властителя и новая форма правления для того времени. Ни первых лиц, ни подчиненных. Все равны. Даже король. В 6-м столетии, оставленная римскими легионами, охваченная пламенем междоусобных войн и раздираемая на части наземными вторжениями Британия, как никогда раньше нуждалась в сильном и справедливом правителе. Объяви Мерлин во всеуслышание, чтобы вся Британия знала, тот, кто вынет меч, станет... Им стал Артур. Единственный, кто сумел достать меч из камня и наследовать трон по праву рождения. Я считаю себя королем, и я хочу построить это государство. Я хочу сделать так, чтобы в этом государстве была справедливость, чтобы в этом государстве было равенство. Действительно ли фигура короля Артура является тем образом идеального правителя, который в нестабильной кризисной ситуации выстроил систему государства, где правили законы равенства и справедливости? В чем секрет короля Артура? Почему его так любил народ? А лучшие рыцари и короли соседних государств мечтали присоединиться к союзу с ним. Интересный и сильный был момент, когда король Артур пришел получить легендарный меч Экскалибур, который хранился на дне озера. И я действительно ждала того ощущения, когда я почувствую в нем настоящего короля. И когда у меня возникнет внутреннее истинное желание передать ему эту силу. Я хочу, чтобы то, что я делал, то, что я люблю, оно продолжало жить и развиваться. Но помни, этот меч волшебный, и ты его можешь использовать только на правое дело. Готов ли ты взять его? Готов. И король Артур – идеальное воплощение руководителя, идеальное воплощение мужчины. И где, наконец, великий король совершил ошибку, позволив разрушить то, что он строил, свой великий Камелот? И, возможно, где мы в своей жизни также совершаем ошибку, позволяя обстоятельствам разрушить то ценное, что мы строим? Обычные модели поведения людей в той или иной ситуации, которые руководят какими-то бизнес-процессами, которые руководят государствами. То есть, и поэтому возможности просчитывать. То есть здесь скорее нужно смотреть не на короля Артура, а на Мерлина, который действительно, благодаря своей волшебной силе, этой внутренней мощнейшей энергетики, имел возможность предвидеть. То есть вот его мозг, его интеллект позволял ему увидеть в маленьком мальчике будущего короля, в его действиях и отношениях с какими-то людьми он мог увидеть истинно королевские поступки и чем это обернется для Камелота в целом. То есть в приложении к бизнесу точно так же. Каждый руководитель из короля Артура должен переходить в позицию Мерлина для того, чтобы убрать эмоции и увидеть все, что происходит в стране и результаты своих будущих поступков. Значимое место в системе ценностей представителей элиты общества в эпоху Средневековья занимал свод законов и правил, именуемый Рыцарским кодексом. Данный регламент устанавливал нормы поведения для благородных господ и вменял им, наравне с проявлением мужества, чести и щедрости, верность данному слову и преданность своему сюзерену. Брат брату, всю мою жизнь и до смерти. Легенда о Камелоте живет в веках, передается от поколения к поколению. Возможно, сам Камелот и есть та искомая многими руководителями модель развития организации. Возможно, нам стоит рассмотреть законы рыцарей круглого стола как стандарт отношений с партнерами, увидеть по-новому принципы построения команды, объединенной сильной идеей, подобной поиску чаши Грааля и управляемой достойным лидером, каким и был король Артур.
И если вы чувствуете в своих сердцах благородство и достоинство, я приглашаю вас присоединиться ко мне. Все королевство станет на твою защиту. Присоединяйся. Сочетание равенства и руководства, вот, пожалуй, это вот ключевой, очень важный, интересный аспект взаимоотношения Артура и его рыцарей. Повествование о короле бриттов иллюстрирует формирование новой культуры отношений между мужчиной и женщиной. Это период пробуждения личностного начала в средневековом сознании, момент зарождения индивидуальной любви, поклонение идеалу женщины и служение прекрасной даме отражают процесс нравственного и социального раскрепощения знатной женщины в средневековом обществе. Яркие чувства, любовь, свобода, страсть – извечная тема, актуальная и спорная. Мы каждый раз сталкиваемся с проблемой выбора, рассудок или чувства. Что предпочесть? Статус короля или любовь Ланселота? Любовь Ланселота, она легкая, она возвышающая, она дарующая. Ощущаешь на 100% свою женственность, свое женское начало. Ты свободная женщина. Ну как же? Ты можешь отдаться своим чувствам. Ты можешь отдаться зову сердца. Период расцвета куртуазной любви. Подвиги во имя дамы сердца. Может ли рыцарь позволить себе любить королеву? Я решил, ты будешь дамой моего сердца. И я буду прославлять твое имя на всех битвах, в которых я буду участвовать. Вся Британия ждет! Почему королева Геневра предпочла любовь и страсть Ланселота? И где с королем Артуром они потеряли ту тонкую струнку души? Когда наши души соприкоснулись, я понял, что это перст судьбы. Ошибка короля Артура, когда он смешал личное и государственное. Перед ним встал вопрос, что важнее? Статус, ответственность, работа и те люди, которые на него рассчитывают, или любовь? В данной ситуации король Артур выбрал ответственность. Был ли выбор королевы Геневры предательством? И возможно ли говорить о том, что Геневра, подобно Артуру, совершила главную ошибку в своей жизни? Это не была ошибка. Она пошла за собой, пошла за своим истинным «я», и это был ее выбор. Волей судьбы должно было так произойти, и не иначе. Ты знаешь, меня вот во всех мифологических и исторических постановках очень интересовала, я бы даже сказал, волновала тема божественной любви. То есть вот в «Короле Артуре», в «Камелоте» есть земная любовь и есть любовь волшебника. И ради любви моей ты сделаешь все для меня? Очень интересное было ощущение, находясь в роли владычицы озера, в связи с приходом возлюбленного волшебника Мерлина. Действительно, ощущение отличается от земного, возможно, от любви короля Артура, королевы Геневры, тем, что эта любовь, она действительно вечная. Она очень легкая, она сказочная, она... Вот есть такая фраза «любовь творит волшебство». Сотвори прямо сейчас здесь чудо. Погрузившись в пространство мифа, соприкасаясь с силой великого волшебника Мерлина и легендарного меча Экскалибур, легенда о великом короле для нас раскрывается по-новому. И мы понимаем, что она живет не только в сердце Англии, а в сердце каждого из нас, когда мы строим свой великий город, свой Камелот. Это легенда о справедливом и мудром правителе. Это предание о подвигах и доблестных рыцарях. Это сказка о настоящей любви. Это вечная история о том, как делать выбор и жить.